песни, танцы и даже цирковые номера. Сегодня все объединено одной темой – темой материнства. Все самые теплые слова, поздравления и подарки всем женщинам, подарившим миру новые жизни, новых людей. Ты слышишь, мама? Со сцены «Шелковика» прозвучали имена молодых мам, подаривших бендерам новых жителей в День города. Поздравляли в этот день мам, воспитавших трех и более детей. Ваши аплодисменты, посмотрите, это еще и молодая мама. Подарки от государственной администрации города молодым и многодетным мамам вручал известный в нашем городе многодетный отец Анатолий Король, который от себя добавил, что дети – самое большое счастье в жизни. Самое дорогое, что есть в нашей жизни, да, это мама, это ее забота, это ее теплые руки, это ее внимание. Спасибо большое всем мамам, своей маме хочу сказать спасибо. Хочу сказать маме моих детей за ту заботу, за ту любовь. Дай Бог вам счастья, дай Бог любви, гармонии. Я думаю, что то, что вы отдаете своим детям, это обязательно должно вернуться от детей вам. Вокально-инструментальными и хореографическими номерами бендерские артисты дарили зрителям хорошее настроение и улыбки. Такой концерт – благодарность всем мамам за ласковый взгляд, щедрое сердце и добрые руки. Алина Грабаровская, Александр Титов, Руслан Федоренко. Бендерское телевидение.